Здорово, это Шамшурин. И прежде чем ты посмотришь этот подход к девушке, пример знакомства, общения, пару слов о нем. То есть там ты увидишь нестандартные ситуации, когда девушка меня узнала, вернее, не узнала, а когда она увидела, что меня снимают, и при этом не слилась. Когда девушка рассказала мне какие-то шутки про своего парня, то есть как реагировать и так далее. То есть в нем есть несколько нестандартных ситуаций. И эти ситуации иногда случаются, как бы, и иногда выбивают из колеи тебя и мешают твоему общению с незнакомой, малознакомой девушкой. Я хочу тебя пригласить по этому поводу 20 ноября на мой онлайн-тренинг «Интенсив Old School», который вот стартует 20 числа, но ты уже сейчас сможешь приобрести свое участие, оплатить его, забить себе место, если перейдешь по ссылке под этим видео. На этом онлайн-тренинге, который, кстати, будет последним, я уже говорил об этом ранее, и поэтому это твой последний шанс как-то получить знания от меня, получить от меня практические упражнения, задания и стать, ну, хотя бы на ступень выше в плане общения с женщинами, не только, еще и по жизни. Вот. Собственно говоря, хочу тебя туда пригласить, там будем разбирать все нестандартные ситуации, там будем решать раз и навсегда твой вопрос, о чем разговаривать с девушкой на свидании, по телефону, при знакомстве и так далее. И будет очень много-много-много чего другого, то, что в совокупности своей даст тебе офигительную картину, даст тебе совершенно другое ощущение рядом с женщиной. Итак, подписывайся, ссылка под видео, жду только тебя на своем онлайн-тренинге. Смотри подход, увидимся. Тихо. Подожди, сейчас, я не в курсе, что там про Наташку. Нет, ты шла вот здесь, я шел вот там, как бы, а тут ты. Сейчас, погодь, притормози. Наташка, прикинь, это. А что ты испугалась? Да я вижу, что у нее руки, ну, как бы сложены, и тут мне кто-то вот так вот делает, вот так вот. И ты сразу поняла, что это я, да? Да нет, я вообще-то туда сначала посмотрела. Сейчас, смотри, Наташечка, я так понимаю, да? Меня Вовочка, кстати, зовут. Сейчас, я на 2 секунды. Да, я верну, короче. Да, это... Я пока отойду от шока. Ты так орал? От шока. А, на тевуху, главное, знаешь, направо. Подожди, иди сюда на 5 секунд. А что ты какая прикольная? Мне ощущение, что... Ты, что, какая красивая. Что ты уже ко мне подходил. Ну, может быть, в европейском. Может, вот давно это был. Рисунок попугай. Может быть такое? Я еще... А, попугай, может быть, на майке, да? Да. Может быть, не знаю, но это давно, наверное, было. Зимой. Может быть такое? Не, ну серьезно. Может быть такое, да. Ну, то есть здесь такая футболка. Ну, и есть такая, со стразами, да, еще, со короче. Стразами, да. Да ладно. А чем кончилось? Я была брюнеткой раньше. А, блядь, вот как тебя узнать? Брюнеткой? Я шла в рубашке, и ты говоришь, мне, говорит, вообще рубашки не нравятся, ты не помнишь этого? Ты говоришь, мне не нравятся рубашки, а типа они меня ассоциируются с лесорубом. Ну, это, скорее всего, только я мог такое сказать, да? Про лесоруба. Серьезно? А чем кончилось, ты скажи, офигеть, у тебя пресс. Чем кончилось? Да нет, у меня пресс. Чем кончилось? Кончилось тем, что я ушла. Почему ты ушла? Потому что я замужем. Да, до сих пор, что ли, подожди? Еще не успела развести. Да ладно. Слушай, ну второй раз видимся, давай это. Что? Все-таки попробуем. Что? Пересечься, чай попить. Ну, может, тебе уже надоело. Надоело замужем быть? Да. Нет, ты что, не надоело, конечно. Прям вот все нормально там, да? Блин, ну что ж такое-то? Даже третий раз надо увидеться. Да, хер с ним. Вот третий раз точно будет. Да не, ну правда, то есть смотри, там все прям нормуль, да? Я не подослан твоим мужем, там просто, может ты там разводиться собралась или еще что-то, не знаю. Покажи мне, он следит за мной. У нас детишки не получается. Но получится что-то. Мне кажется, ну, у меня все хорошо. Ну, как хорошо, то есть, как тебе сказать, почему сразу на мужика-то валить? Ну, с ним не получается, раньше я делала аборт, не с ним. Такие подробности сразу мне рассказывали, да, блядь, просто постороннему человеку, блин. Ты представляешь? Ты ждешь, конечно. Как тебя зовут? Катя. Почти как меня. Почему почти? Ты меня не помнишь, что ли, как зовут? Меня Вова зовут. Смотри, ну, блин, ну, получится, если ты его любишь. Получится, ты обещаешь мне?
Нет, от меня, наверное, да. Нет, я верю в чувака, как бы не надо сразу гнать, что это дело в нем. Может, у вас какая-нибудь там временная несовместимость. Вот, поэтому надо оставаться, да? Чего, нет? Да я не знаю, что тебе сказать. Ты прикольная, но я не хочу рушить семью, понимаешь? Спасибо. Это очень мило. То есть, как-то стрёмно было бы. Может, у вас там еще все родится, все получится. Ничего не родилось. А тебе сколько лет-то? 25. Че, уже пора детишек, да? Угу. Родинки. Не, я блестяшку, короче, хотел убрать, а не родинки. Не, ну слушай, ну не буду это, как сказать, портить ваши отношения. Я просто думаю, что все получится. Надо же там, я в этом не очень понимаю, но надо как-то чик-чик-чик. Не было, да, таких проблем у тебя? Ну, пока не было, надеюсь, не будет. Да. Ладно, короче, это... Ну давай, третий раз мы обязательно должны увидеться с тобой. И что будет потом? Я буду без кольца. А причина, нет, тут наличие кольца, оно как бы не так сказать, ну и что? Самое главное, что... Да ладно, я пошутила, я тебе вообще сейчас это все придумала на ходу. Кольца я эти ношу, это даже не это, видишь? Так ты не замужем, что ли? Нет. Ты что, офигела вообще? Ты, да, блядь, ты просто... Я просто лечу про аборт и про детей. А я и думаю, что ты какая ебанутая, если не там французский. Я не думала никогда в своей жизни. Слушай, тогда это, давай мне телефон, короче. Я так люблю гнать прогулить такими, я так серьезно слушаю, ты замужем, нет, а ты похожа, короче, так это говоришь. Я просто раньше хотела в театрально выступать, но что-то меня не слышало. А я думаю, что так, не, я уже думаю, блин, как-то вот... Да ношу, потому что пристают всякие разные, поэтому приходят. Одел просто два кольца на этот палец. И это работает. А они прям вот так а вот, да? А кольца такие не носят. Ну, как я вообще не смотрю на эту ты херню. Ты не разбираешься? Оно больше похоже на это. На... Когда помолвка, что ли, как это называется? Да-да. Блин, вот ты, я короче... Ну что ты меня смотришь? Ты в дырочку вся такая еще, прикинь. Да ты вообще врушка. Слушай, она меня потеряла. Не, все, давай, короче, увидимся в выходные. А, то есть можно уже меня потрогать? Тихо. Конечно, можно. Не надо. Да это я такой, не вали все на меня. На тебя что? Да, вали все на меня. Ну, что ты смотришь, татуху, что ли? На русском написано? Да. На русском написал? Да. Что там написано? И тут еще есть. Что твой девиз написал? Я тебе потом покажу. Потом покажешь? Ну, когда будем голые. Как заинтересовать дурака, голые. Да? Я вам расскажу об этом завтра. Нет, чего завтра? Когда будем валяться голые, там, делать тебе приятные штуки, тогда я расскажу. А, то есть мы ты вот это, тебе да, солнце, что ли, светит? Не пойму, да. ты психуешь так, там так, да, спасибо. Него. Давай мне номер свой. А ты с кем-то же, да, шел? Да там, чувак, он ушел уже. Давай номер. А, некрасиво, да, наверное? Че некрасиво? Сейчас. 966. Опять придумаешь ты, что ли? Нет, вспоминаю. А дальше угадаешь? Я тебе в тот раз говорила, но... А, нет, я же не сказала. Это... Вдруг ты такой хопс и попал. Катенька, да? Да. Я тебе сказала, как меня зовут? Да. А Наташа мне сказала, Катюк, да? Все, прозвонил. Я тебе с WhatsApp, да это я звоню. Я постоянно говорю, прозвонил, говорю. А мне просто что-то говорит, извини. Извини. Короче, смотри, давай, я тебя... Офигеть, ты прям в дырку вся. И такая у тебя классная попа вообще, мне нравится. Слушай, для меня вообще попа женщина очень важна сейчас. Блин, она суперская вообще. Смотри, давай ближе к выходным наберу и затусим. Че машешь головой? Ну все, я пойду. Ты будешь в Москве в это время? Ты еще, кстати, пахнешь здорово вообще. Ну отпусти. Вообще круто. Сейчас с этой стороны понюхаю и все, тихо. Нет. Тихо. Короче, ладно. Слушай, ну ладно, потом напишу тебе об этом. О чем? О том. Короче, смотри, давай, я тебе звоню. Блин, у тебя пресс. Я тебе звоню, короче, в пятницу, и может быть в пятницу или в субботу куда он увидимся. Это выложит? Никуда мы не выложим. Да мы никуда это не выложим. Даже если куда-то и выложим, лицо закроем, не ссы. Ну ты серьезно? Да не будем никуда выкладывать, это мы для себя снимаем, прикалываемся просто. Блин, мне нравятся твои кубы, никто тебя не снимает. Смотри, короче, Катенька. Скажи, куда ты это выложишь? Да я тебе еще раз говорю, под мою ответственность, что как бы, ну, твоего лица не будет а нигде. А в тот раз вы тоже это снимали? Конечно, мы каждый раз снимаем. Да нет, я шучу. В тот раз я не помню был когда. Короче, Катенька, смотри, я сейчас серьезно, независимо от того, что выложим или не выложим. Ты нормально?
Да я тебе говорю, не выложим. Смотри, независимо от всего этого, давай увидимся. Я теперь не буду с тобой стрелять? Не, будешь, Катя. Подожди, я... Стой, серьезно. Погоди, ну давай, правда. Это зачем вы это делаете? Да все, лицо не будем снимать. Он тут раз так же делал? Он тут раз не уже сидел? Нет. Смотри, мои честные глаза. Кать, смотри, я сейчас серьезно. То есть мы сейчас абстрагируемся от этого. Как от этого можно? Ты мне понравилась. Нет, смотри. Ты меня развернул камеру, чтобы на меня посмотрела? Тихо, ты мне понравилась. Там все равно ничего не видно. Вот так было бы видно. Короче, давай... Нет, ты прям веселая, мне нравится. Давай увидимся. Поэтому ты сейчас вот это вот снимаете, да? Хорошо, мы сейчас закрыли эту тему временно. Как это можно закрыть? Я тебе позвоню в пятницу. Ты пятницу или в субботу вечером, ну, нормально все, как бы. Ты хочешь сказать, что после съемки я буду с тобой общаться, да? Почему нет? Ты думаешь, я тебе не... Ну, я позвоню и предложу. Почему нет? Где это можно посмотреть? Не все должно... Смотри, не все... Скажи, где? Не все должно быть, как тебе сказать, оно... Не все должно быть обычно в жизни. Угу. Забей на съемку. Короче, я пойду... Вот, звоню тебе в пятницу и хотел бы тебя увидеть. Слышишь меня? Что? Зачем вы это делаете? Да ничего мы не делаем, все, у нас у каждого своя работа. Скажи. У тебя вот этот ноготь похож на колорадского жука. Ну это круто. Знаешь, такое воспоминание с детства, короче. Слышишь? Че? Зачем вы это снимаете? Че снимаем? Расскажи мне секрет. Ну я тебе скажу в пятницу. В пятницу скажешь? Да. Да? Да, пойдем где-нибудь посидим чаю, попьем. Я расскажу об этом в пятницу. Я серьезно тебе расскажу. Но мне самое главное, для меня сейчас чем приятно, что ты адекватно реагируешь, то есть ты прям это... Такая адекватная стоишь, нормально реагируешь. У меня просто шок может быть, нет? Почему? Шок это по-нашему. У тебя щеки при щеке. Не, мы все равно прощаемся, подожди. Такая руки удалила. Не, мы прощаемся до пятницы. Тихо. Давай щеки. Мне кажется, устал уже, да? Нет, щеки. Дай другие щеки. Щеки, как у пиздюка такого прикольного, знаешь, который такой этот маленький, этот, ну, в детском саду, сейчас погодь, офигеть. Короче, ладно, Катя, блин, ну, вообще ты клевая, ты просто то, что мне надо, смотри. Как теперь с тобой разговаривать, скажи? Как с нормальным человеком. Да? Да. Мне нравится, что ты такая, как бы сама там за ручку держишь. Ну. Жаль, что ты, конечно, что так получилось с камерой, но я надеюсь, тебе хватит ума и ты все-таки вызвонишься. Договорились? Ну, как карта ляжет. И как она ляжет? Как я тебе позвоню, так она и ляжет. Сейчас мы прощаемся с тобой. Ментально? Ректально, блин. Как аватары, знаешь, на такой с хвостиками. Я не смотрел, прикинь. Нет? Нет. Очень зря. Очень круто смотреть на экране на большом, когда в очочках, и это очень масштабно все. Ну, может, не знаю, но что-то мне не до аватаров было. Все, давай. Опять. Ок. Все, в камеру посмотрел, ручкой помахал. Ну, причем, если вот ручки, смотри, вот они где, вот они. Молодец. Ну мне теперь уже не прикольно с тобой разговаривать. Хорош. Ну правда. Блин, лучше бы я этого не видела. Ну, я согласен, но мы забудем об этом до пятницы. Договорились? Все, пока. Слушай, вначале я, короче, уши развесил, а про какой-то аборт начала рассказывать, блин. Я думаю, правда, ты слышал же, да? Слушай, но несмотря на то, что спалила камеру, такая хорошая реакция, я думаю, что там вполне можно ее вызванивать. Такая она интересная, веселая.